Продолжаем нашу ебаню. Попробуем на хоть сколько-то опуститься здесь. И вряд ли какие-то фрагменты, конечно, будут. Посмотрим в любом случае. Так, и на 150 здесь нет ни хрена. Хрена почти двух. Сука, что ж вы доебываетесь-то до меня, а? Давайте-ка посмотрим эти острова. Да чтоб ты... Я спокоен. Оу, вот она, она. Я тебя сейчас уебу, серьезно. У меня есть охуенный ножик. И тебе еще... В пасть его затолкаю, падла! Еще раз, блядь, ты подойдешь сюда. Ебали. Пошли нахер отсюда. Висеть вы мне вздумали. Ни хера себе. Три двигателя циклопа? Халол. Мы с вами можем построить клопика. А, насколько я помню... Ну, во-первых, мы сделаем пропульсионку. А во-вторых, да, три пласталевых слитка. Три эмалевых стекла. А все остальное пофигу. Так, да, зарядное устройство батареек нам еще надо будет сделать. Причем... Позарез нам это надо будет сделать. Так. Ладно. Сканеры, мы поехали. Насколько я помню, это такой хороший фрагментик. И, по-моему, здесь... Так, рука захват костюма краб. Уже хорошо. Горшок у нас не этого, есть роскошный горшочек. Есть командирская креслица. Есть офисный стульчик. Прогнать глубоко заплывать нельзя. Банально потому, что у нас кислород не так уж до хрена. Так, зарядное устройство энергоячеек. Класс.
Бля. Осветительная мачта, еще одна дверца. И, пожалуй, нам надо возвращаться. Потому что в этих дебрях карабумбы легко потеряться. Эть, сука, и еще легко застрять. Так, вроде тут был выход где-то. Нет, чуть подальше. Ой, ну! Нет. Может, был, я его просто найти не могу. Так, сланец разбиваю ради лития. Потому что литий мне сейчас тоже очень нужен. Ну, золото, конечно, не очень нужно, но тоже можно. Так, обеззараженная вода, а вот водички у меня больше нет. Здесь, так, приманка для существ, но не такой уж, конечно, ну, пойдет. Так, фрагмент бура для крабика. Алмазик. Мазик. Вот это что такое? А вот это тоже фрагмент двигателя. Куда? Нельзя. А ты нахер пошла сюда? Заколебали. Так, ага. Вот на эту дырень. Соответственно. Значит, мы можем идти дальше. Так, здесь у нас система пожаротушения циклопа. Бесполезная хуйня, насколько я знаю. По моим ощущениям, терминал базы данных. Рука захват, фрагмент костюма. Еще один фрагмент костюма. Сколько, блять?
Слава Люциферу! Я думал, их реально 20 штук надо найти. Это пиздец же был бы. Уж, по-моему, во всей игре штук 20 костюмов не найти. Точнее, штук 20 деталей костюма не найти. Так, ладно, не буду рисковать лишний раз. Я все-таки не в выживании. Идем дальше. Не в эту сторону. Режем еще одну дверцу. Ласты, зарядка, ну... Сомнительная хреновина. Пропульсионка краба. Так, рука-захват краба. Все, что ли, здесь? Все здесь. А, ну и вот выход. Давайте дубль 3. Заплыв. Смотрим, все ли я забрал отсюда. Не все, конечно. Вот он, последний фрагмент зарядного устройства энергоячеек. Странно. А, это титан же. Фу ты, ёлки. А теперь смотрим, что я нашел. Приманка для существ пофигу. Ласты зарядка пофигу. Пожаротушение циклова пофиг. Мачта в ту же степь. Так, зарядка для энергочек это отлично. Мне вот интересно, есть ли где-то еще бур. Потому что, по идее, мы его тут должны были найти полностью, а не половинкой.
А вот теперь мне кажется, что лучше всего будет просто свалить домой. А может, нет. Где-то тут должны быть еще два кусочка ядерного реактора. Или это просто затравка, чтобы мы искали дальше. По-моему, фрагмент ядерного реактора не здесь. По крайней мере, остаточные. Собака. Сука, что ж ты так пугаешь-то? Собственно, мы приплыли к орудию. Течь. Или инопланетян называть как хотите. Ладно, раз уж приплыли. Здесь есть парочка исследований, которые мы могли бы сделать. И все. Телепорт у нас. Так, а вы пошли нахрен вообще от меня? Просто потому что... Святой дьявол, сколько же здесь фрагментов циклопа-то? Стыковочной шахты. Опа! Не увидел. Привычка. Погоди-ка. Это у нас что такое? А, стыковочная медь. Где? Откуда? Срочно чинить.
цыгне, да сука, в полыме. Вот эта вот хрень мне тоже пригодится. Сука! Блять! Detected volcanic activity and several unusual electromagnetic signatures in the region. Exercise caution when diving deeper. Ну тебя нахрен, мужик. Просто сваливаем. Как же хорошо вернуться домой после этого дерьма. Потерпи. Vital signs stabilizing.
Со сломазом, да. Сюда, ребризер вот сюда, так, и смотрим, чего у меня тут еще открылось, второй передатчик, ну и пофиг, честно говоря, мне главное, что... пропульсионка. Комплект проводов и титан. Так, значит, по этому пункту мы готовы, а вот по пункту с водой мы в пролете. Сколько соли? 3 соли, мало соли. Хотя о чем я, блядь, говорю? Я иду на Аврору. Мне хватит 2 бутылок с водой. Так, 2 бутылки с водой. Фонарик, сканер, резак, лазерный. Инструментик. Батарейку на всякий случай. Зараза. Одну минуту. Я примерно понял, куда нам надо топать. Сейчас мы немного подкрепимся и поплывем за этой консоли улучшения транспорта. На Аврору я без лишних хранилищ не пойду. All systems online. Да. Я ориентируюсь по координатам с Википедии. 260 с хуем и 444. На глубине в 70 с хером метров. Мы бы в него в любом случае не попали, так как в него нужен лазерный резак.
Вот оно. Да, здесь фрагменты мотылька валяются, вижу. Вопрос только, как попасть туда. Вопрос решен. Случай потрохушки. Я репризер оставил дома. Обида грёбаная. Угу. Лёгкий баллон высокой ёмкости. Неплохо. Вот ещё зарядка батареек. Причём полная. Слышь ты! Нахер шел отсюда! Простите. Ладно, пофигу. Блять. Вот консоль улучшения транспорта. Сука! Сука, жопа! Жопа, сука! Сука, бля, жопа! Где мотыль? Мотыль, 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 мотыль! Сука! Блять! Ху! Ёпта! Это было близко.
Одну секунду. Так, я снова тут. Погоди. Ваучер. Лол. Ну ладно. Вроде как... Все, что можно было, я нашел. Можем спокойно. Собирать кварц. С солью. Да заткнись ты уже. Почему эта хуйня напоминает, а то, что кислорода нет, не напоминает? Ё-моё, хардкор режим, ё-моё. Ёпта. Кря. Спасибо. Всё, свалил отсюда. Welcome, welcome. Так. Раз, два, раз, два. Все скидываем на. И смотрим, что мне там надобно на консоль улучшения транспорта. Так, модули улучшения, но мне пока пофигу. Баллон высокой емкости и пласталевый слиток. Серьезно, Ватьмашу? Ну ладно. Главное, что есть модуль хранилища у меня на мотылек. Йок-йок-йок, ты мотылек, лёг-лёг. Микросхема с медью. Да ёб твою. Нет, не кончились, смотри-ка. Погоди. Еще вот это вот. Это сюда.
убить 3 титана. Так, вот она консолька. Отлично. Так, значит, ты у меня кто? Ты у меня... Красненьким, желтым названием и зеленым интерьером. Плюс синий полоской. Да, у меня нет вкуса. Отъебитесь. Так. Здесь титан со стеклом надобно, здесь полианилин, благо мы знаем, как его делать, но, сука, я до сих пор ничего не посадил снаружи. Гидролокатор, нужен магнетит, бля, мы до сих пор не знаем, где сидит Дегази. Так, общий модуль у нас, модуль хранилища. 4 алмаза. А вам жирно-то не будет? Ой, ёшечки, ё-ё. Окей, ладно. Мне нужны 2 модуля хранилища, и это 2 лития. Стоп, не туда. 2 модуля хранилища, это 2 лития и... титан. Плюс. Модуль погружения. Но я его пока не смогу сделать. Потому что у меня нет кварца достаточно. У меня один кварц. Так, ладно. Пока что обойдемся. Погоди, чего там? Хотя нет, я, наверное, даже не буду строить их. Торпедная установка мне нахер не нужна. А, здесь 3 титана, лети, 4 алмаза. Тьфу ты. Да давайте шиканем, поставим еще одно хранилище.
на Аврору плывем все-таки. Так, раз, два, три, четыре, пять. Плюс огнетушитель. Чуть не забыл, блядь. У нас, само собой, аптечки. Подхилиться сейчас. Плюс надо зайти на этот еще. С собой брать я точно ничего не буду из еды. Уж плыву я на Аврору, блин. Сканер, оборонительный резак, этот, пропульсионка, это здесь три хранилища и броня. Так, одну секунду, пожалуйста.